приехали в ботаническую градину, в экопарк Варна, который находится прямо напротив курорта Константин и Елена. Погода сегодня отличная, паркинг платный, 3 лева. Сейчас пойдем платить. А, вот там, наверное. А, вот мы где должны будем платить. Народу в парке очень много. Как хочешь заплатить быстро. Стоянка вся заполнена. Поэтому выглядит все вот так. Вот это работное время на кассе. До 19 часов. Сегодня воскресенье, поэтому народу очень много. Возьмите кассовая бележка. А где она? Вот здесь она. Хорошо. Да. Нет, не чек дали. Вон какая поляночка. На поляночке люди. Так, а мы это самое пойдем по схеме или что? Да, хорошо. Розариум. Пошли розариум. Езеро на Духовите. Водопада. Римская гробница. Супер. Ну куда? Ну вот, мы пошли на розариум. Будем смотреть розы, как всегда. Это нам всегда интересно. Какой тут чудный парк. Чудливо озеро, надо посмотреть. Мы тут что-то никогда и не были. А тут так красиво. Варнинцы, похоже, любят это место. Потому что очень много людей. Народ приезжает сюда на пикники. Здесь под каждым кустом организовано какое-то действие. Кажется, что мы хотим сторониться людей, но они постоянно около нас. В большом количестве. Но сегодня воскресенье. Поэтому это сделать довольно сложно. Все, мы быстренько всех обогнали и идем теперь в розарий. Надеюсь, если мы не заблудимся. Вот такие вот кактусы. Это кактуса Ари. Кактус Ари. Да, мы ее сейчас пробежим. Здесь чудесно поют птички. Несмотря на то, что мы идем, в общем, вдоль дороги, птичек очень хорошо слышно. Мы пришли в розариум. Ну, тут написано реконструкция розариум. Ну, войти можно. Сейчас войдем. Вот такая красота. Можно снять и поближе еще подойти. Здесь просто чудный запах. Здесь есть на розах табличка. Здесь так жарко, и от нее идет просто испарение. Просто запах, он не просто пахнет, он испаряется и наполняет весь воздух вокруг. Но необычная такая. Ну, кустовая, да. Кустик такой мелкий-мелкий. Очень много. И все, конечно же, не поснимаешь. Но вот эту я просто не могу пройти.
Это просто что-то. Посмотрите, какая красота. Это просто что-то. Один стебель, одна роза. Это розы под нарезку. Ну, красота. Необычно. Волшебство. Это Виолет Парфюм. Сорт розы Виолет Парфюм. Супер. Они кружевные. Ой, какие красивые розы. Просто не могу пропустить ни одной. А это другой сорт. Сорт Том-Том. Поснимаю сейчас, да? Вот эти розы сниму только. Красота. В этой беседочке. Вот еще такие розы. И такой цвет. И они такие густые-густые. Кружевные-кружевные. Да, здесь просто и кустик, и беседка. Ой, а вот здесь как вкрапление вот таких красненьких роз. Посмотри. Такие мелкие, но они какие-то просто необыкновенные. О, прелесть. Роза, да, роза прямо в елке растет. О, надо же, какие они ползучие. Мне беседку. Кругом розы, розы, розы. А вот в такой красивой беседке Витя нам сейчас расскажет, как ему нравится природен парк. О, природен парк просто великолепен. Нет слов. Это что-то бомбическое. Особенно розарий, правда? Да. Бомбалейла. Розарий просто супер. Здесь очень много роз, все они пахнут, цветут, и очень все красиво. Жалко, что не передается через запись аромат, который здесь стоит в воздухе. Такая вот чайная роза. Это просто такой необычный редкий цвет. Она очень хорошо пахнет. Роза, она сделана в форме дерева, сформирована. Ой, и тут просто красота. Это пергола. Ну, входим. Самое эффектное – это вход. Если она просто для этого создана. И такая красота. Аромат бомбалейла. Точно. Да, ну туда выключи. Солнце светит прямо в глаз. Растения здесь ухоженные и подписаны. Вот это хибрид Элла. Очень красиво. Испанская елка, значит. Где-то римская гробница. Идем по травочке к римской гробнице. Воюй на солнце, ну просто дышишь как будто таким воздухом смоляным от ели. Шмели какие-то летают, цветочки. Да, очень крупные пчелы летают, но это... Похоже на что? Какое-то растение. Здесь какое-то растение, все в звездочках. Эти цветочки. Там тебе пчела такусь. И пчела меня. И мы пришли, и тут вот будем смотреть римскую гробницу. Хорошо сохранилось. Да, абсолютно. Значит, это все старинное. Так ведь. Вот я и гробница. Римская. Но песчаник очень похож на тот камень, который мы видим вокруг. Какое-то причудливое озеро. Причудливое езеро. Но мы его пока что не видим. А, вот еще стрелка, значит, в ту сторону. Сейчас пойдем. Но кругом еще очень много людей. Обязательно. А ирисы все не цветут. Болгарские дети развлекаются. Целыми толпами.
все привлекаются как могут. Кто в мяч играет. Футболисты в футбол. Да, кто гуляет. А мы сейчас подходим, я думаю, что к озеру. Здесь место для пикника. Мы идем к такому мостичку. Да, конечно, теперь вижу. Все, идем просто по просторам. Не думайте, что этот лес безлюден. Тут кругом люди забурились и нашли вот такое атмосферненькое место. Здесь мостик деревянный. И он весь такой прямо в джунглях. Тут вот протекает такой ручеек. А мы тут идем по мостику. Вот тут нам главное не удариться головой. И так мы куда-то пришли. Такой атмосферный домик. Похожий на дворец. Очень красивый. Озеро, конечно, заросло трухи камышом. Тут люди жарят барбекю. И у них там специальные барбекюшницы. Такие красивые сосны здесь. Сосничок. Место для отдыха. А мы с тобой еще туда не пошли. Ну, мы пришли сюда, в эту сторону, можно еще в ту. Липи, липи-то. Люди живут прямо в парке. И ничего. А знаешь, что здесь подозрительно в этом парке? Что? Комаров нет. Комаров, ребята, нет.